цель. Рационально распределить источники освещения внутри помещения. Значит, первое. Вычисли суммарную мощность всех ламп верхнего света в вашей комнате. Измерить освещенность на рабочем месте или в зоне отдыха вашей квартиры при включении верхнего света. Освещенность должна быть не меньше 300 люкс, но в целях экономии не больше. Поставь на рабочем столе или в зоне отдыха дополнительный торшер с лампочкой такой мощности, чтобы суммарная освещенность была не меньше 300 люкс. Измерить суммарную мощность всех горящих лампочек. Рассчитать экономию мощности и выигрыш стоимости оплаты электроэнергии за день и месяц. Значит, сейчас мы измеряем освещенность, давая вот этими лампочками? Меньше, да? 300. Но эти лампочки освещают не только это место, но еще всю комнату, да? Измеряем, Артем. Пик 375 люкс. Значит, 375 люкс. Освещенность 375 люкс. В среднем 230. Ну, нормально. Если мы держали не совсем вертикально, поэтому там в пике 2375 это нормально. Выключаем вот это все, да? Нам для того, чтобы читать, вот этот верхний свет весь не нужен. Значит, выключаем верхний свет, экономим энергию. Включаем только лампочку. Так оставьте. Измеряем то же самое. Сколько получается? 899. Сколько? 800 люкс. 800 люкс. Значит, одна лампочка на рабочем месте дала больше, чем все вот эти вот, которые давали верхний свет. Ясно, что эта лампочка потребляет энергии что? Гораздо. Больше. Больше, да? Одна. Больше. Она света дает больше. Она одна дает потреблять энергию гораздо меньше, чем вот эти все здесь включенные. Вот явно, сейчас вот явно экономию можно даже не считать. Одна лампочка и вот эта вот куча вот этих лампочек, там больше десятка, ясно, что это потребляет энергии меньше. Все.